Я хотел бы представить вам соперников. И первым стоящего слева от меня в красном углу ринга. And first of all, I'll introduce the fighter on my left in the red corner. Из Украины, from Ukraine, 25 лет. И его официальный вес 84 килограмма. Рост 180 сантиметров. 25 years old. His official weight is 84 kilograms. Height 180 centimeters. Чемпион мира по боевому самбо. World Combat Sambo Champion, победитель турнира ММА «Честь воина» 2011 года, победитель Кубка мира по панкратиону, многократный чемпион Украины по панкратиону, боевому самбо и фрифайт. Его рекорд – 10 побед, 6 поражений и 1 ничья. His record – 10 wins, 6 defeats and only 1 draw. Спортивный клуб «Владимир» из Украины. From Ukraine, Евгений Фоменко. Сейчас я представляю его соперника, стоящего справа от меня в синем углу ринга. And now I introduce you his opponent, standing right of me in the blue corner. Боец из России, из Волгограда, 23 года, его официальный вес 84 килограмма, рост 182 сантиметра. His official weight is 84 kilograms, 23 years old, his height is 182 centimeters. M1 Global Champion, победитель M1 Global, мастер спорта по самбо, вице-чемпион России по самбо, победитель фестиваля боевых искусств «Единство 2011», вице-чемпион Кубка мира по боевому самбо, клуб «Волгоград Fight». His record, 5 wins, undefeated champion, 5 побед и ни одного поражения. Из России, Волгоград, Альберт Гураев. Аллаху Акбар! Yeah.
Сегодняшнего вечера на второй минуте второго раунда победу нокаутом одержал Евгений Фоменко. And the winner is from Ukraine, Евгений Фоменко. Для награждения приглашается депутат областной думы Роланд Кирянов, представитель компании Fight Nights Андрей Аненко, председатель Союза молодежи Волгоградской области «Единство» Микис Каролидис. Мы надеемся, что вам понравились зрелищные поединки фестиваля боевых искусств «Единство». До новых встреч уже в этом году!